Resident Evil 4. У меня еще дела. Увидимся позже. Женщины. Ну да, да точно. Break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. No. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Ну да, Sadler теперь с нами связался. Ну, в общем, у нас теперь вот главным нашим злодеем, а с которым нужно будет оставшись, в общем, которым нужно будет разобраться. Ну, плюс к всему еще и еще с одним, которым мы видели до этого ролики в одном, так что. В общем, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале Хардкорное прохождение от Михаила не только. Это у нас продолжение прохождения игры Resident Evil 4. И, в общем-то, уже 15 серия. 5-1 глава. Мы оказались на острове. Последней финальной локации. Где будет, в общем, самое интересное у нас начнется. Куча всяких, в общем, моментов довольно будет крутых и очень напряженных. Все это, в общем, мы увидим. Так, ого, понятно. А там у нас еще? Где шли? Мы уже идем. Только сейчас, в общем-то, кое-что заберем. Там и очень много полезников вещей. Мне пригодятся для битвы с рогами, так что не волнуйся. Подожди немножко. Сейчас сходим в магазинчик. Прикупим себе делишко. Ой, изумруд. Изумруд зеленый. Прям изумрудный город вспоминается. Из произведения. Машинник изумрудного города. Так, ну что ж. Давай-ка пошли спасать Эшли. Надо быстро торопиться. Да, вот они ведут. Надо же получить. Ай, снова. Да вы издеваетесь просто, что ли? Да блин, да охренеть вообще просто. Блин, сволочи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сейчас закидаем, в общем-то, этой. Сейчас птичку используем. Все, пошли дальше. Да, тихо. Да блин, давай. Да блин. Черт, а? Вы это мне оборзели, что ли? Нифига себе, быстро это. Быстро бегает, конечно. Ничего не скажешь. О, блин, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отходим, отходим. Теперь тебе еще не хватало. Надо будет разобраться, буду по-быстрому. Без гранатки. А, блин, ты... Да падаешь... Ой, ё, просто... Какой ты живучий-то? Сколько тебе надо пробить под это? Все, наконец-то. Сейчас, в общем, у нас будет... Пулеметчик появится.
красавец просто, ну прям красавец настоящий. Удалец. Готов, все. Доигрался ты, красавец. Значит, сейчас все перезарядить по-быстрому. Все перезарядим. Приветики, так, мы сейчас вас все из пек поснимаем здесь. Нельзя, отсюда нельзя, ладно. Хедшот, отлично. Кто еще появится? Так, давайте. Надо с ним поосторожнее бы быть, все-таки. Давайте, друзья, где вы там? Ну? Готов? Готов. Красавец. Отлично. Так, эту аптечку сюда. Ну давай. Кто у нас еще появится? Кто-то бежит за нами, да? Обид, тихо. Так. Понятно, что с тобой делать. Там у нас и арбалетчики появились. Просто вовремя. Спасибо. Ох ты, блин! Ой-о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 й. Сейчас мы вас там закидаем гранаткой. Ух ты, блин. Так, уходила. Все-таки. Черт, сейчас убью тут, не хватало этого. Я полон-то счастья. Блин. Поехали, полезли наверх все-таки. Сейчас вот это будем работать, это направлять будем. Арбалетчики хреновые. Давайте-ка идите-ка сюда лучше все. Лезть сюда. Мы вас сами разберемся с ними. Жалко, гранаты жалко нету. С этим, конечно, надо поосторожнее бы. Тихо-тихо. Давай-ка. Все, что ли? Еще живой все-таки. Блин, все-таки живой, а? Давай, иди сюда. Давай-ка. Все, что ли? Я так что. Блин, живучий какой-то все-таки. Да, блин, живучий какой-то, а. Иди сюда, блин, быстрее, а? Я че ждать недолго что должен. Давай, давай. Все, дострелялся, добегался.
Где-то арбалетчик, не пойму. А вот где? Ух ты! Блин. Так, отмена просто. Блин, только мне не подходил, да? Я полон-то счастья. Вот она так. Ох. Так, ладно. Теперь, я думаю, не то мешать не будет, то что нам направлять эти вот штуки-то. По-моему, не должен то помешать. Осторожненько она будет их направить. А еще надо включить, конечно. Так, чтобы еще не убило. Этим лазерным лучами, блин, сложновато будет, конечно, это сделать. Они там очень смертоносные довольно. Так, чтобы нас потом еще не убило. Давай-ка. Поворачивайся. Все повернули, что ли, да? Как надо. Черт, эти ваши лазерные лучи. Да уж. Ага. Сейчас осторожно, только под эти лучи не попасть бы. Надо как-то вот поднаправить их. Не обжечься при этом. А это у нас... Да, понятно. Так лучше, конечно, все-таки разобраться, что надо делать. Самое главное только вот не попасть под эти лучи, вот и все. Не погибнуть. Это как прям то, что в пятой части там были эти лазерные. Во, блин, жесть, конечно, была еще-то. Сука, я там. Может был там помирить в итоге. Тогда его поворачивает, ну. Осторожненько только. Вот, все. Фух. Ох. Чертовы эти лучи ваши. Да уж. Только сейчас может еще какой-нибудь появится, кто-нибудь враг, какой-нибудь враг появится, еще добавок всему. Вот это будет точно. Вот это будет хардкор. И сейчас тут, еще появится какой-то враг, которому мы до этого... Так, погоди, а там еще? Я туда еще не могу попасть, что ли, в этот? Про там какая-то комнатка есть, вот. Только как не попасть, я не очень понимаю. Видимо, нельзя. Жалко. Или можно? Ну ладно, пошли дальше. Фух, так. Так, я помню, еще помню, здесь какой-то камешка будет, что ли, да? Да, перезарядись. Сейчас, по-моему, камешек будет, я помню это. Момент. Да-да-да. Ага, хрен в чем-то. Надо сразу убежали. Смотри, камешка нас решили скинуть и... Думаю, что все. Нам капец. Мягко говоря, нам еще не капец. Ой-ой-ой, патроны кончились. Патроны кончились. Патроны, блин, кончились. Дай мне, давай. Да ёпрсты. Арбалетчик хренов, а? Да падает еще. Ой-ой-ой. Так все еще не хватало для полного счастья. У нас гранат-то нету вообще. Че бы можно тебя вот был бы. Хотя. Хотя можно, вот этим.
Давай-ка иди сюда. Нет, не получится, не получается. Все. Готов. Что, не попал все-таки, да? Готов. Готов. Блин, это не для... Не будем разбивать. Так. Нам, по-моему, наверх нужно. Да, это как раз мы там уже были, в том месте. Если что. Давай-ка наверх. Ага, здесь. Все, готов. Да, 50, конечно, мне очень сильно нужны. Не так полно. Зачем мне, конечно, сует их? Так, там у нас камешек, если мы все возьмем. Ладно. Все-таки один раз нас... Все-таки один раз нами разобрались. Победили. Давай-ка иди сюда. Сами так разберемся. Так, патрончики закончились. Ох, сейчас полезет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, какого? Рыбалетчик хренов. Ай. Ты откуда там берешь, не пойму. Зараза. Откуда арбалетчик там нацелился? Не пойму, что-то нифига. Вот он, мой, это... Так, а ты куда делся? Да, блин, ты вот... Да, блин, падай ты. Сдохнет наконец-то уже. Только живучи-то. Да блин. Да дохни ты уже наконец-то, ё просто. Что хотя патрон насадить. Да, крепкий ты. Так, а птичка пригодится. О. Сейчас снова сходим за сокровищем этим. Будет по-быстренькому. Все-таки один раз все-таки нас. Один раз. Да если уже сколько смертей, то в итоге уже было-то. В этой главе-то. Немало довольно-то. Давай, перезаряжайся, нужно быстренько будет с этими осранцами разобраться. Так, нас, по-моему, камешек еще какой-то, по-моему, был, да, ведь? Так. Здесь можем смотреть на эту комнатку. Узнать им, что там с такой находится. Так, сейчас динамические эти, блин, черт, их и арбалетчики. Ох ты, блин, из РПГ вы, ты чё, вообще что ли, ебанулся? Там ещё и арбалет этот, динамитчик, блин, чёртов. Чё-то зря. Как вас? Не, пойди по динамиту, что ли. Во. Все, а то кончились. Кончились-то. Ладно, все, выкинуть типа, надо 10 МП, черт побери, что-то я зря взял всех. Готов. Наверху у нас никого нету. По-моему, никого нету. Динамичек, хотя может еще один быть. Так, погоди, тут не то. Ну ладно. Что ж. Чё, динамичек, динамичек не прибежит сейчас? Он может прибежать, динамичек еще. Так, кто-то идет, тот идет.
Привет. Еще живой, смотри-ка. Ох, сука, вас там. Здрасте, друзья. Там не виделись. Ох ты. Ой-о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 й
Забирайтесь ко мне. Опасно же. Еще бежит. Че, поесть этот? Лупится, да? О, блин, тихо-тихо. Ой-о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 й
Хэдшот. Так, патрончики. Это отлично. О, спасибочки. Вот это нет, не спасибочки. Ой, блин. Йо, просто это еще прибежал. Иди сюда, иди сюда. Хэдшот, отлично. Пошли дальше. Так, патрончики к ТМП. Ну, ладно, пусть. Хотя я скоро, в общем-то, думаю, пора выкинуть. Ох ты, блин. Хэдшот, все. Патрон дробовику, спасибо. О, привет. Ох ты. Так, кого там явно задел, да? Ох ты, блин, ох ты. Там тут у нас почему-то сейчас побежит к нам, да? Гости-то. Сейчас мешаем птичку. Надо сейчас все перезарядить. Так, давай. Так. 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 Поехали. Берем пистолетик, все. Сами сколько хватит. Сейчас еще, наверное, побегут оттуда, снизу-то. Да, идут. Динамички, динамич хренов. Хедшот, все. Готов у нас. Последний динамичек. Отлично. Разобрались со всеми врагами. По-моему, как раз мы в этой главе должны, по-моему, если Эшли спасти, то в этой главе, как раз именно. До нее добраться должны, по крайней мере. Давай, открывайте. Дверку открывайте, давайте. Пропускайте нас. Спасибо. Огромное. И на сохранялка, есть ли? О, торговец. Welcome. Привет. Сейчас мы тебе продадим все лишнее. Обязательно. Так, что нам продать-то можно? Золотой рейс, например. Не забуду две штуки. Так, нет. Бабочку пока оставим, думаю. ТМП, думаю, продадим уже. Спасибочки. Патроны ТМП тоже продадим. Пойди. Всем патрон продать. Сколько, 19 штук? Все, спасибо. Больше не надо ничего. Все. Так, сохраняемся на этом месте. У нас 5-1 пока продолжается. Так, приветики. Да, блин. Идут. Еще тот бежит, да? Вижу. Давай, иди сюда. Все, что ли? По-моему, все, как бы. В общем, готовим пока что лучше пистолетик. На всякий случай.
Так, кошелек, вот он вверху, он нам... До него хрен доберешься таким образом-то. Так, спасибочки. На денежки, конечно, мне лучше бы чем-то другое бы дали. Не получается. Так, с другой стороны, понятно. Пока сюда не пойдем. О, гранатка, давай-ка. Пригодится сжигательная-то. Что за такой закон-то? О, привет. Получай. Сам он тебя бы не выяснил, кто там. Да блин, падай ты. Все, готов. Какой ты крепкий-то, оказывается. Во, спасибо за патрон, батрубичку. Птечку спасибо, так, что там? А, не бичьте банки бутылки, на старых временах. Что, вторую часть? Когда там... Не знаю, что, каких старых времена-то напоминает. А первую часть, возможно, может, когда там всякие нужны были химикаты соединиться, скомбинировать, чтобы получить там одно средство против растений 42, да? Ой, здрасте. Так, сейчас нам будет лучше дровичок взять все-таки. Возьму, сказал, что все-таки дровичок, потому что, по-моему, как я помню, не если сейчас будут появиться эти вот... А, сейчас помню, я знаю, что сейчас будет. Что-то там... Ух ты, блин! Ну да, так я и знал, что он выпрыгнет, зараза. Все, готов. Если это выпрыгнет. Спасибочки. Еще что-то есть? Грязно? Понятно, ничего нету. Пошли дальше. По-моему, сейчас скоро появятся эти вот рыцари в доспехах. Только не в сияющих, да, вот они. С ними будет посторожнее. Давай, иди сюда. Или может там будет так разобраться? Давай, давай. Понятно. Хватит орать, я слышу тебя. Там из гадюныш прячется, я вижу его. Уже по ноге. Чего, тебе попасть что нельзя, что ли? Ох ты, привет. Ой-о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 й. Так, давай, вылезай. Ну давай же, вылезай ты. Немножко хочу поработать с снайперской винтовкой. Что-то обожаю теперь уже. В этой игре я обожаю снайперские винтовки. Да блин. Не попадает. Что-то не попадает по этой по руке. Ух ты! Готов. Даже так наоборот хардкорнее. Попробуй еще попадить, тебе тебе потом проще попасть. Когда снайперская винтовка-то в руках. А тебе, конечно, наверное, не вряд ли, конечно. Обин. Ой, это, блин. Понятно. Ладно. Ладно. Кто там? Никого сверху нету. Пошел подальше. Сейчас мы тебя... Получай. Ну ты еще живой, что ли? Офигеть. Какой ты живучий-то, а? Тебе жопу не знает. Да падай ты еще.
Ладно. Надоел мне вопросы. Так, если ты ты отсоединишься, да? Все. Понятно, спасибо. Еще надо себя будет Эшли спасти в этой главе. Так, берем, давай. Сейчас мы скажем. О, Марикс, какое счастье. Так, давай-ка. Так, это мы сейчас используем лучше. Здоровье восполним. Такой вот аптечкой. Что они съели? Да не знаю даже, что они съели-то. Как-то не хочет даже выяснять это. Нам осталось только спасти вот Эшли. Вызвали тем самым, вот он, по-моему, здесь, да? Не здесь? Так, здесь лучше бы дровичок взять. Набери, все. Так. Что он здесь там лежит? Ничего не лежит, ладно. Ну да. Так, значит, нужно будет, в общем-то, туда попасть, да, конечно, попасть, чтобы ее спасти. Так, они включили камеру. Молодцы просто. Как будто, в общем-то, мы, в общем-то, такие вот не найдем, где они находятся. Дилетанты настоящие, правда. Отключили камеру и все. Думают, все, конец. Не доберемся до них. Так, здрасте. Никого нету, нету. Кто-нибудь здесь есть? Ау? Во-во-во, точно так. Где? Чё не доставать не получается-то? Не стекло, оказывается, мешает. Во, отлично, сейчас мы последние эти получим, это последние. Как называют их? Крышечки, да? Или нет? Так, что-нибудь продать, я не помню, это... Так, вот это продадим. Мне кажется, не продадим, как в прошлый раз я. Но брожет, помню, уже не купить на специалисте-то. Нельзя, не получится. Жалко, конечно. Брожет недоступен. Придется без него бегать. Так, в общем-то, особенность этого уровня зожести, чтобы на спешим брожет-то здесь не купить. На этом, на специалисте, на самом максимальном. Без нее придется бегать. Так, давай крышечки получим, что ли, последние. Давай скорострельный все-таки. ТМП берем. Так, не, погоди, погоди, ничего, мы пошли. Постреляем последний раз. Г-игру так включаем. Последнюю. Ох, сука, Эшли-то. По ним еще попасть нужно, не на. Ой-ой-ой-ой. Блин, попал все-таки. Как неудобно. Я все-таки уже думаю, все-таки лучше надо взять снайперскую винтовку, наверное, попробовать с ней. Хотя, наверное, будет неудобно, конечно. Блин, не попал, ладно. Наверное, ничего не получим. Да. Блин, я лучше сказать, это не скорострельный фетр, возьму, а снайперскую попробую. Винтовка, давай ко мне. Снайперскую, дай оружие. Во. Ох ты, какая снайперская винтовка, нифига себе. Интересная винтовка такая, снайперскую медаль.
Блин. Нет, это, конечно, бесполезно. Мне кажется. Да, блин. Блин, да. Че перезаряжается постоянно, тут черт снайперский топка. Нет, это. Да. Перезарядка-то. Давай. Блин, это ж нет, это тупо. Давай-ка, ну. Да, блин, промазал. Ну что ж ты? Не попал, в общем, не то. Ой, попали все-таки. Блин, ну. Что-то сами сказать. Надо, наверное, конечно, наиграть, конечно, ее надо. О, блин, не то. Давай, перезаряйся. О, блин, не зарепани клавиш-то. Да ёпрст, как не вовремя-то. Да охренеть просто. Чёрт, зарепани клавиш. Ай. Чё-то не вовремя, конечно, за это зарепание клавиш, идиотская. Блин. Да, вот теперь мне все испортило. Всю мою статистику. Блин, а? Готово. Давай, 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 постесняйся. Последняя. Блин, не получилось. Ну ладно, по-моему, что-то должно все-таки получиться, да? Да, три крышечки, отлично. Давай еще раз. Готово. 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 Давай, перезаряжайся. Надо было не торопиться нажимать много клавиш-то. Ой, блин. Готово. Блин, эх. Все-таки успел. Готово. 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 О, блин, попал все-таки. По одной. Ох, сука, вас там. Блин, да как вы... Прицелился, конечно, блин, ой, ой. Хотел по голове попасть. С углом по ним не попасть бы. Ну чё? Четыре крышечки, ну ладно, давай еще раз. Все-таки.
Так. Готово. Да, перезаряжайся по-быстрому. Блин, ай, увернул все-таки кота, блин, да. Хотя бы вот так попасть. Покати, покати, подожди. Попасть бы это, о. Блин, не попал поэтому. Не ворим, что загородили там все. Что раздери. Меняйтесь постоянно. Все встают, конечно. Так, давай, давай. Так, отлично. Давай, давай попадем. Готово. Ну. 5 крышечек, отлично. Еще одна осталась, получи последнюю. Давай-ка. Постарайся. Она готова. Блин, я не... Ты... Вообще ты хотел... Блин, не по эту попасть, даже что такое-то не вовремя появился. О, блин, зараза. Блин, промазал. Ай. Попали все-таки так. Попали. Хотя бы так. Не ворим, что он нас подряжается, конечно, не ворим постоянно. Блин, ты что, блин, ты как-то быстро ты. Блин. Фуки попали. Давай-ка. Так. Не попали, отлично. О, давай, давай. Да, блин, ну вот... Как я не вовремя полететь, эти все закрывают, блин, постоянно. Всегда вот надо. Готовиться к чему-то. Блин, ох, сука, у вас там, а. Да, штука, что ты попробуй, получи. Нет. Да, блин, ну хоть... Ай, да, последний раз надо все-таки паучишку сделать, все-таки, да. Попали. По две, что ли? Так, попали. Готово. Так, ничего по этому посетке. Отлично. Угу. Так. Готово. Давай, перезаряжайся. Ой, блин, да ё просто. Зараза-то такая. Блин. Блин, ай. Ещё. Блин, ай. Чёрт. Да блин, что такое, не везет там никак с этой последней игрой-то.
Да. Отлично. Сюда пойдет. Блин, промазал. А, ладно. Сейчас поедет, по-моему, скоро. Отлично, готово. Готово. Ну что, получилось вот что-то? Есть, 6 крышечка, отлично. Фу, ну все, в общем-то, отлично. Разобрались мы с ним моментом все-таки. Получили свои долгожданные крышечки, так все, конец игры. Мы заработали 6 крышечек и бутылок. Четвертое испытание пройдено, отлично. Получаем 50 тысяч песет. Сейчас посмотрим эти крышечки. Что у нас там себе представляют. О, последний. Вот это. Так, у нас. Солдат с динамитом, понятно. А, солдат с электрошокером. А, солдат с молотом. Изабель, как ее называют. А, Мария. Ну и последний. Джей Джей Абрамс. Нет, вряд ли. С пулеметчиком, в общем, это будет вот Джей Джей. Все, по-моему, последние крышечки. Больше крышечек вон по ней. Фу, слава богу, все-таки получили все крышечки. Это радует. Планета у нас, в общем-то, 100% пройдена. Все крышечки у нас, в общем-то, есть. Так, сохраниться тут нигде. И у них нет сохранялки. И нам придется, видимо, еще пройти эту главу, чтобы сохраниться, наконец, нормально. Ух ты, блин! Ух ты, блин! Ух ты, блин! Черт вас, а? Дери. Зря я брал снайперскую винтовку. Все, готов. Проверим сейчас динамичек, давай. Давай, покажись. Ух ты, арбалетчики. Ой-ой-ой-ой. Ну вы каши даете. Можешь вам гранату кинуть, а? Закинуть гранатку. Давай-ка. Ну? Чего? Чего нет? Ну ничего не открывается-то. Сейчас покати скоро. Так. Нам придется птичку использовать все-таки. Последнюю пока что. Давай-ка. Фу, осторожненько. А, не вот как открывать-то. Готовы все? Все. Так, здесь дверь не закроет? Не должны закрыть. Так, здесь что-нибудь есть? О, ну это, конечно, ТМП мы уже, по-моему, выкинули как. Чего? Ух ты! Ух! Ух! Надо было такой триплекс удар применить. Когда он там присел. Присел на свои коленки так. Блин. Да падает наконец-то. Все, готов. Молодец. О, спасибо за птичку. Надо не будет искать еще новые птички вот. Может это торговца купить можно? Неплохо было бы, если можно было не купить. Черт, так что глава-то. Так, о, что-то есть. Но эта глава, конечно, довольно большая. О! Так. Вовремя. Одна птичка лишней не бывает. Проверь, все-таки торговцы, что там у нас можно его. Может, не очень-то можно купить было. У тебя какие-то птички. Есть у него, нет?
проверка. Честно, все-таки добраться будет до сохранялки и пора до сохранялки добраться и, в общем-то, сохраниться, закончить. О, есть. Спасибочки. Теперь больше нет. Ну ладно, что ж. Спасибочку себе за одну аптечку, это неплохо. Грумин, благодарен тебе, торговец, ты молодец. Мы теперь еще идем дальше. Продвигаемся. Да. Глава, конечно, довольно большущая все-таки. Зеленая аптечка. Так, а сюда, может, надо будет? Я это не помню. А вот сохранялка, понятно. Но, конечно, это еще главу очень закончено. Она, блин, довольно большая все-таки. Так, ну сохранить все-таки думал, существует, чтобы потом заново все это не проделывать. Давай-ка по-быстрому сохранимся. Фух. Эти крышечки мы теперь, в общем-то, все нашли, все. Все сделали. Так, с этими кнопками разобрались кто-то ее. Теперь. И здесь, в общем-то, будем более-менее нормально проходить. Погоди, по-моему, у нас это разбивается, нет? Только чтобы не знать, что это дает. Что-то давало в итоге, по-моему. Сейчас нам будет, в общем, по-моему... А, мы встретимся же с новыми типами врагов снова, да. Как я их ненавижу, этих типа врагов этих новых. Сейчас мы с ними повстречаемся. Надо, в общем, готовить будет снайперскую винтовку. Так, где у нас этот? Так, вот. Вот это то, что надо. Сейчас мы постречаемся с новым типом врагов. Это исследовательское оборудование, для чего оно использовалось? Не знаю. А вот и он, новый тип врага. Который потом уже стал добавляться, в том числе в Dead Space первым. Такие враги появлялись, ну точнее не такие, точно прямо. Но с таким вот именно как бы свойством, что они могут регенерироваться, восстанавливаться. Как очень называют их регенераторы. Они стали еще старее в Dead Space тоже появляться. Регенератор, только другого вида, они там по-другому выглядели, конечно же. Что-то внутри кому-то удерживает дверь, понятно. Да и в этой, в общем-то, в Resident Evil тоже они регенераторы стали потом появляться. В той же шестой части они потом тоже появились. Стали, в общем-то, распространены враги такие вот, такого типа. Наверное, это охранная система двери. Так, а давай отключим. Только я вот не помню, как это сделать надо. По-моему, стрелочки как-то... А, хотя понятно, в общем, все. Так, синюю давай. Так. Теперь давай синюю. Нет. А, меняем, да. Потом. Так, зеленый лучше. Нет, не подходит. Так, кажется, подходит все. Теперь красный, да? Все. Ну да, просто. Сначала, в общем-то, синюю немножко покрути, потом зеленую, потом красную. Записка Луиса 3. Ужасные существа, такие как Эль-Гиганты или Новисадор, являются всего лишь побочным продуктом дьявольских и антигуманных экспериментов над объектами, которые раньше были людьми. Но есть один тип существ, который незначительно отличается от всех остальных. Их называют регенераторы. Регенераторы обладают превосходным метаболизмом, благодаря которому они быстро восстанавливают любую потерянную часть тела. Я никогда не видел ничего подобного. Самовосстановление сделает регенератора практически неуязвимым для обычного оружия. Не убить его все же возможно убить, как и всякое живое существо. В его теле живут лас-лагас, похожие на обычных пиявок. Невооруженным глазом их увидеть нельзя, но определить их положение в теле можно только с помощью инфравизора. Чтобы остановить процесс самовосстановления, нужно найти и уничтожить пиявок лас-лагас. Насколько я знаю, регенератор является носителем не одного, а многих непевкоподобных лас-лагас. Чтобы убить регенератора, нужно убить всех до одного паразитов, находящихся в его теле. Ну да, там, по-моему, три штуки, что ли, этих пиявок находится. Тихо. Так, карточку давай от морозилки. Спасибо за карточку от морозилки. Сейчас, в общем-то, появится тут гад. Ой-ой-ой. Готовимся.
последний третий. Ну все, что ли? Эй, погоди, то чушь. Не все, что ли? А, все. Теперь все. Видимо, там еще одна была, наверное. Ну да, эксперименты довольно жуткие, конечно. Такие вот существа создали в итоге регенераторов, которых хрен убьешь. Сейчас, по-моему, еще появится регенератор у нас. Надо, в общем, быть готовым к встрече снова. Сейчас, погоди, скоро. Ох. Сейчас, по-моему, еще скоро появится. Должны появиться. Да ведь? Слышу, кажется, что это он. Давай, в общем, дружище. Да, вот он. Ой, бежим, 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 бежим. Привет, дружище. Как я тебя вас рад вас видеть, конечно. Так, вторая пиявочка и последняя. Нет. Все, третья. Бабахни давай, бабахни. Молодцы. Все, готов. Бабахнул, как, в общем, как арбуз взорвался. Это наш регенератор. Теперь очень с вами будут такие вот типа врагов встречаться. Ага, слышу, еще один есть. Морозилки. Или не морозилки прячется, нет? О, приветики. Давай-ка сюда. Так, первая пиявочка. Вторая пиявочка и последняя. Последняя, так. Все. Бабахнул. Красавица. Так, что у нас здесь лежит? Изумруд, в общем, пригодится. Ну, теперь с ними легко справляться. Хотя, конечно, без этого импровизора. Так, давай, используй. У нас, по-моему, есть морозилка-то ключ. Да, есть. Есть, конечно же. Дверь закрыта. Ох, сколько у вас здесь друзей-то. Какие вы... А, один живой, да? Ну да, один живой. Регенератор хренов. Так, одну пиявочку. Вторую пиявочку. Третью пиявочку. Все, по-моему, да? Да, взорвался. Ну уж сразу разобраться, чтобы... Патрончик снайперской винтовки, спасибочки. О, открылось. Ну, конечно, когда это... Закрыто было, потому что регенератор, в общем-то, уже можно было с ним разобраться все-таки. Чтобы он сюда не вылез. Так, давай-ка. Чё, не открывается? Так, может, это отключить нужно? Морозилку выключить? Я вот не помню, что тебе надо здесь сделать. А, вот сюда нам нужно идти. Давай-ка. Перепиши-ка эту карточку. Спасибочки. Так, ключ от мусоросборника вашим. Спасибочки. Тогда выключаем эту. Там у нас... А, там у нас как раз этот импровизор лежит. Ну, это, в общем-то, так вот. Можно было бы взять его. У меня он уже есть, как бы. Можно было тем самым открыть отсюда, в общем-то, взять. Опять вот до этого, в общем, приходилось воевать с генераторами без этих... Ну да, импровизор, в общем-то, да. И жетон здесь. До этого, в общем, приходилось бы воевать с этими генераторами. В общем, просто так, без этого импровизора. Сложнее, конечно, было бы. Эти тела, наверное, были заморожены вместе с паразитами внутри. Не повезло людям. Да, не повезло. А мы пошли дальше. Нам пора сюда уходить. Найти, в общем, этот мусоросборник. И, в общем-то... Так, может, сюда применить ключ?
Да, сюда явно. Давай-ка. Спасибочки. Пошли дальше. Тактар генератор, конечно, да, очень сложный, когда не... Где-то он там явно, да? Есть шельгенератор или генератор, что ли? Так, пора думать убрать этот инфравизор. Он только мешает сейчас. О. Так, ну-ка, у тебя пока никого нету. Так, это не открывается. Гранатка. Так, понятно. Так, куда нам еще нужно-то? Хотя можно этим этот. Этих можно схватить. А, побежали, побежали. Один побежал за страниц, да? Ха-ха-ха. Поскидываем, в общем-то, этих говнюков. Прощай. Goodbye, Америка. Goodbye. Так, а кстати, по нас никто нас не при... Эй, погоди, чё он? А чё он его не схватил-то? Сейчас он, наверное, отключит кран, да? Побежали сюда, да? Все. Так, давайте. Так, ладно, все, хватит. Берем под пистолетик лучше. Так, печку пока убираем. Чем-то перезаряжаемся. Хорошенько. Все. Так. Дробовик берем. Сколько нам перезарядиться получится, отлично. Ну все. Наших ТМП это будут выкинуть патроны. Что ли, точно сделать так? Нафига мне патроны к ТМП, когда меня его нету? Я его использую, больше не буду точно все. Хватит уже. Для сброса отходов шахта. Может, она ведет на нижнем уровне? Ну, возможно, посмотрим. О! Сейчас мешаем. Потому что ждать, пока там появится какая-то сеть, а зеленая трава, и, точнее, желтая и красная, я не буду, наверное. Сейчас скоро чем доберемся до Эшли. О! Желтый, конечно, появился вовремя. Сейчас мы, в общем-то, Эшли отпустим. Так, перед этим смешаем траву вот так. Ну и. А че не включаешь? Дверь-то, по-моему. Гранатка. Пригодится. Ладно. А, так. Скоро вам должна глава закончиться, как я понимаю. По-моему, на зате будет сейчас. Тяжеловесы. Шика, я с ним так разберусь. По-моему, сейчас эти будут. Большие, в общем, такие громилы. Да-да-да, они только так и есть. Так, хватит кричать, ты ёпрсто. Так, вот это дробовиком все-таки лучше уложить их или снайперской винтовкой. Нет, точно дробовиком. Это у нас еще готов. Так, все. Патрончики, спасибо. Так, хотите спасти-то? Нужна ключ-карта. Понятно, держись. Держись, сейчас мы прибежим за ключ-картой. Сходим-ка за ней. Тебе еще ключ-карту нужно найти, оказывается. Ёпрсто. Ну и глава, кажется, затянулась, что она довольно долго. Надолго. Так, и ключ-карта... Возможно, я, конечно, догадываюсь, где можно найти ключ-карту. Давай, давай, беги.
Ключ-карта-то нужна. Черт, я не про нее забыл. Про ключ-карту-то. Что ей нужно-то? А ключ-карта у нас в другом месте находится, там, где мы куда, по-моему, еще не ходили. Регенератором даже, наверное, зря еще. Ну ладно, потом. По всем этим. Сейчас всем этим разберемся. Так, погоди, спуск вниз. А это у нас куда? Так, это у нас регенератором. Нам нужно вниз спуститься. Мы там еще кое-что не раздобыли, все-таки-то. Оказывается-то. Не сразу нужно было идти туда-то. О, привет. Да блин, пошел ты меня. Что ты меня не ешь-то? Давай-ка берем пистолет лучше. Что-то я расстрелялся с снайперской винтовкой. Так, погоди, мы вообще-то здесь должны были. Где ты, по-моему, точно какую-то дверь пропустил? Нет, погоди-ка. Черт, я вот что-то уже запутался. По-моему, все-таки не то. Какую-то дверь-то мне, по-моему, была, где-то, по-моему, куда-то не пошел. Какую дверь-то была? Так, а вот, по-моему, вот в эту дверь-то. Здесь была сохранилка. Погоди, сохраниться, думаю, точно стоит. Сколько там времени у нас уже прошло уже? Ох ты. Так, надо быстро надо искать ключ-карту и заканчивать. Чем заканчивать. Сейчас, скоро. Так. Так. Местечко-то. Так, у нас что такое с дверь-то? Еще подумать, вот куда мы там еще не ходили-то? Где-то ключ-карту, я, по-моему, должен был найти это. Так, блин, по-моему, вернулись-то. Ага. Так, погоди-ка. А где же ключ-карта, интересно? Странно. Не понял, что-то насчет ключ-карты. Так, где ключ-карту мы должны забыть? Куда пойти-то должны? Это за счет должно быть все-таки. Ключ-карта, ты где? Блин. Ключ-карта, где же ключ-карта-то? Там точно ее не было. Черт, я что-то уже. В морозилку ходили. Так. Где же ключ-карта-то? Странно. Я что-то шел куда-то не помню. Вот куда я там не ходил-то еще? Вот было какое-то место. Так я не помню, где это место. Где же находится эта ключ-карта? Где? Чёртова ключ-карта, где же ты находишься? Может, эту дверь нужно сделать? Блин, не то. Понятно, ничего интересного. Где же ключ-карта находится-то? Странно вообще. Я не пойму, в итоге куда-то, по-моему, везде уже был и везде ходил. Где же ключ-карту должен найти, да? Странно вообще как-то. А, погоди-ка. Сюда надо сходить. Точно. Вот я не внимательный, конечно, не видел дверь, которая у нас была. Прямо. Ох. Ладно, пошли к сходим по-быстрому. Это ключ-карты. Пошли отсюда.
Ох, щитом. Блин. Так, друзья, может так, сюда зайдете? Давайте. Давайте, дверь откройте, ну. Ну что, открыть дверь не может, что ли? Ну давайте, ну давай, давай. Ну давайте еще. Давайте, открывайте, ну. Ну ё, просто что-то у вас серёнки не хватает, что ли, пойму. Да, снова закрылась. Они вот там же деваются. Ох ты! Чёрт дери! Ой-о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 й! Так, это с ним поосторожнее быть. Все. Отмена. Вылезла прямо перед носом. Такие упертые еще бегут прям на пролом. Получай. Давай-ка. Падай, 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 падай. Красавец, молодец, так. Все справились. Без потери жизни. А, сейчас, по-моему, кто-то по нас, по-моему, сейчас прибежит, да, ведь? Прибежит сейчас кто-то, прибежит. Или нет? Никто не прибежал, ладно. Пошли дальше. Так, а что за две двери? О! Птечка, сохранялочка. Сейчас побыстро сохранимся. Еще раз на всякий случай. Если такая возможность имеется. Если нам быстро-быстро найти будет ключ-карту и все-таки уж. Что такое, что мне затянулось уже? Ключ-карта, а ты где? Ключ-карточка. Да, понятно. Ага. С ключ-карточкой идет, да? А откуда вообще идет, интересно? Оттуда, что ли, или отсюда? Да-да-да, вижу тебя. Прямо, в общем-то, идет. Так. Какой-то колючий-то. Уже 4 карточки. 4, точнее, пиявочки у него сидят-то. Все, молодец, красавец. Колючий уже не. Тебе были обычные просто, вот тик уже такие с колючками уже. Так, ключ от склада отлично, берем. Так, а что там у тебя еще есть чем-нибудь? Было чем, нет? Чем полезно такое вот. Я хочу посмотреть все-таки. О! Есть патрончики. Ну. Ладно. К снайперской винтовке, конечно, патроны. Которые у нас так полно уже. Так, погоди-ка. Это кругалями, что ли, бегать, да? Нет? Ох, еще у нас еще есть, оказывается. А, понятно. Наверное, откуда отсюда, откуда-то отсюда вылупился. Пом, где-то что-то может должно пом быть. Да ведь? Ага, птички. Птички. Сейчас по-быстрому смешаем. Птичками постепенно, в общем-то, наживаемся. Так, ну, по-моему, все, да? Может, здесь позже, здесь ничего интересного, я понимаю, нету. Все. Все забрали. Ох ты, так, погоди-ка, это я не туда пошел, да? Куда-то мы наверх еще. Да-да-да, я не туда пошел. Если по-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 
с Садлером, что нет? Или, по-моему, в этом месте будет битва вот я Уады вон с Садлером. Ой, с этим, с Краузером. В одном из DLC, в общем-то. Что-то не туда пошел, нет. Так. Тогда как у нас сюда выбраться-то? Так, все-таки я здесь не все забрал, оказывается. В общем, мы не туда точно пошли, не в ту сторону. Все-таки не ту. Не в ту. Пока сами скриптовку не убираем, потому что вдруг пригодится еще. А генератор у нас что-то доставучий довольно парни-то. Они любят, конечно, появляться. А, я помню, сейчас появится, сейчас точно появится. Так, этим прицел убираем. Импровизор. Он еще кто-то лезет. Тот еще лезет, да-да-да. Готов. Так, теперь берем дробовичок. Все. Вот так вот. Патрончики. Ну вот, все, теперь обратно возвращаемся к Эшли. Все, теперь сейчас мы по красоте спасем, и на этом закончится у нас данная глава. Точнее, данный эпизод. Пятой главы, первый эпизод. По-моему, хотя бы, можно нет. Сейчас, так, используем. Ключ от склада и заходим. Смотрим, по-моему, ролик, да? Эшли, ты где? Но... Конец главы, да, конец главы, в общем-то, опять R1 заканчивается, начинается, начнется следующая глава 5R2, но это уже пройдем, я думаю, ее в следующую серию уже, по номерам, которая будет 16, а это пока что все. Так, статистика у нас метка 75%, 83 врага убито, количество провалов 3, ну, это слава богу, что, в общем-то, 3 провала у нас не во время какой-то сцены, а вот именно во время обычных битв с врагами, хотя бы хоть с какими-то элементами, в общем-то, я разобрался в итоге. Так, в итоге 69% меткость, 733 врага убито и 23 провала, 23 смерти. Ну, в общем, в Resident Evil Revelation в первой части было побольше смерти все-таки. Намного раз больше, 38 за всю игру. И, в общем, все на этом. Увидимся тем самым 16 серии. Но пока что все. Если вам видео понравилось, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки. Обязательно. И оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы, свои впечатления, свои пожелания.